Все, привет, ну что, продолжаем, проходите. Как она там называется там? Теордован. Помнишь, вчера тут застрял на одном квесте там. Долго копатился там. Вот. Изучайте, как правильно я делал. Вот это мое движение, как я бежал, чтобы снять важные штуки, которые мне нужны, интересно будут. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Тут же надо забрать. И загрузить. И фургон успеть. А у меня времени не хватало, и меня это полицаи, короче, арестовывали. Вот отсюда я стартовал, вот смотрите, вот. Я тут все заранее подготовился как надо. Кран перевернул, блядь. Я машину утопил, блядь. Сука. Ну, как-то так. Отлично. Продолжаем. Третья, четвертая миссия получается, да? У нас сейчас. Ричард Неф Дрэнк Неф 2 has been delivered. Может, неправильно прочитал. Трейси. О! Гордон Фу. О, яхта. Яхту будем сейчас ломать, наверное. Марина. West Point Marina. О, там бензовоз есть. Найс. Интересно, а как он взорвется? Хочу тоже купить. Даже фоторежим есть, я вчера не заметил его. Это убираем. Ой, что-то как-то... А как этот убрать? Такая вакансия получается, да? Да уж через клаву, да. Есть то? 90 баксов убрал. Сверху. Да. Ой, excuse me. Здесь зелененько где? Ага, вот. Эскейп, да, съебать через яхту надо будет. Офицер. Это вот этот дом получается. West Point Harbor офис. Ой. Принтер.
Нихуя, блядь. Ага, сейф. Сейф, короче, надо. Я помню, по геймплею, когда смотрел. Сейф. Вниз провалился. Так, мне надо. Ага, мне надо пирс надо. Ой. Смотри, белая. Second save. А, это сохранение. Я не туда поехал. Я пришел. Что надо сделать? А, это не туда. Тьфу, блядь. Нам не в дом надо. Я уже, блядь, тачку припарковал. Ну, сонова печь. Я думаю, лучше пешочком пройтись. А, разрушить дом надо, Макс. Это я могу устроить. Это, блядь, для меня работа. Сейчас я вам тачку пригоню. Какую-нибудь грузовую. Типа погрузчик какой-нибудь. Сука, блядь, разъебал, блядь. Так она еще едет каким-то хуй, блядь, это ну нахуй. Ну-ка, я чё есть где? О, неплохо. Чё сейчас надо, не задавайся.
сделали, что теперь? Надо как-то этот цех теперь вытаскивать. А нихуя. Сейф не делал. Мне кажется, надо погрузить машину, да, грузовик. Майнкрафт, блядь. Цепочка разорвалась. Как он его, блядь, поднимает нахуй надо? Польша, ёпта, польский язык. Затащу почти.
Бля, чё я туплю, нахуй? Садись. Он кусок отхуярил. Я так понял, это погрузить на корабль. Так. Иди нахуй. Написано в океан.
нет, заехать ты уже не можешь, старт нахуй. Немножко дотронулся до этого. Нахуй, пидор, блядь. Как вы меня заебываете, нахуй? Я честно. Ой, блядь. Иди нахуй, блядь. Взял крышу расхуял. Катером просыпал. В смысле, с тачкой что-то похоронить, да? Тот пошел. Корм, корми. Раз что-то хуёво, почему-то вот так хуёво. Так, а где? Немного неудобно. А, тут рядом с портом. Если я правильно понял, в океан. Утопить в океан, блядь. Я что-то просто, я думал его погрузить на катер сперва, нах. Тут немножко неправильно сыграл, поэтому...
Ты что делаешь? Сука! Взял дырю в разъем, блядь. Ой, блядь, ты что делаешь? Ты что, блядь, делаешь? Ладно, смотри, здесь можно груз запить себе. Погоди, у нас тренировка. Будешь ломать, сломаешь. Я сказал, сломаешь. Взял кассу, ладно. Еще и не там. Он справа был, блин. Кабина почти жива, да. Где он? Сейв спиздили. Он в машине у тебя, значит, Макс. Блять. Ёбаный в рот, блять, а я ищу, нахожу, где он. Блять, ты что делаешь, сука? Ты запорол мне весь мой план. Прошел, блядь.
Чё там? Дождик хуярит. Во, вагон, блядь. Давай, давай. Вон стрелочка ходит. Робот. А, не, дрель, ёпта. А, сварка. Это патроны. Так, ну здесь, наверное, надо закрыться, наверное. Да, самый раз.